Здравствуйте, меня зовут Алексей Васильев, и в этом коротком видео расскажу вам, как оплатить заказ компании Oriflame посредством интернет, а именно при помощи системы Сбербанк Онлайн, поскольку именно она на сегодняшний день является наиболее современной, доступной, удобной и быстрой для оплаты заказов. Чтобы зайти в систему Сбербанк Онлайн, необходимо в любой поисковой системе набрать Сбербанк Онлайн, и одна из первых ссылок будет на нужный нам сайт. Однако крайне важно проверить уникальность ссылки. Оригинальная ссылка обязательно должна содержать следующие символы: HTTP и далее букву S. Это защищенный канал. Далее двоеточие online.sberbank.ru. Проходим по этой ссылке и попадаем на главную стартовую страницу системы Сбербанк Онлайн, в которой нам необходимо ввести идентификатор и пароль. Эти данные мы получаем в любом банкомате Сбербанка, регистрируясь в системе. Эти данные постоянные, и после их ввода нажимаем кнопку «Войти», после чего попадаем на страницу подтверждения входа, в которой нам необходимо ввести SMS-пароль. SMS-пароль придет в SMS-сообщении на наш мобильный телефон, если мы зарегистрированы в мобильном банке, или же вводим одноразовый пароль с чека, который мы также получаем в банкомате. После ввода данных нажимаем «Подтвердить» и попадаем на главную страницу, в которой отображены все наши действующие карты и счета в Сбербанке. Для оплаты заказа нам необходимо перейти на закладку «Переводы и платежи». На этой закладке опускаемся вниз и находим раздел «Товары и услуги», в котором нас интересует строчка «Сетевой маркетинг». Провалимся в эту строчку, и одной из первых позиций будет стоять ссылка на Oriflame Cosmetics. В Сбербанке есть уже все основные реквизиты Oriflame как получателя, поэтому данные нам будет нужно будет носить по минимуму. Провалимся в Oriflame Cosmetics. На следующей закладке нам будет выбрать из выпадающего списка карту списания, либо счет списания, с которого мы будем производить оплату. Это может быть как дебетовые карты, так и кредитные карты, а также любые вклады и счета в Сбербанке, с которых возможно расходование денежных средств, например, счет до востребования. Выбираем нужный нам счет, и на этой же вкладке нам нужно ввести регистрационный номер консультанта. Именно регистрационный номер консультанта. Это может либо ваш номер, либо того консультанта, за которого вы делаете заказ. Вводим номер и нажимаем «Продолжить». На следующей вкладке уже потянулись автоматически все банковские реквизиты, а также FIO-плательщика, которая определилась автоматически после того, как вы ввели номер. На этой закладке нам нужно лишь ввести сумму заказа. Вводим сумму заказа, нажимаем «Продолжить» и попадаем на страницу подтверждения заказа. Здесь необходимо подтвердить нашу оплату при помощи SMS. Также на мобильный телефон придет SMS-сообщение, содержащее код. Либо выбрать способ подтверждения, а именно ввод одноразового пароля с чека. После получения нужного нам кода вводим его в нужное поле и нажимаем «Подтвердить». После этого сайт отображает нам, что заказ исполнен и оплачен. На этом все. До скорых встреч!